Привет, дорогие друзья из солнечной Алании. Сегодня Буген. Ондокс. 19 февраля 2018 года. В Алании стоит потрясающая погода, 22 градуса. Мне кажется, на солнце еще жарче. Мы гуляем в центре и приглашаем вас вместе с нами. Очень много народу, тепло, пахнет вкусно. В общем, зима в Алании, солнце, море и вкусная еда. Evet, çay bahçesi. Oldukça kalabalık. İnsanlar pazar günü deniz kenarında çay keyfi yapıyorlar. Мы уже пришли на пляж за мэрией. Видите, народ гуляет в футболках, в шортах. Очень жарко. Много народу на пляже. Дети играют. Но никто не плавает, потому что солнце уже заходит. Но море спокойное. Кстати, здесь тоже очень-очень хороший пляж. Ну а мы идем уже в центр города. Анастасия şimdi de fotoğraf çekiyor. А вот так вот пекут лаваш, который вы едите в ресторанах, которые приносят на закуску. И также делают пиде. Все это делают в традиционной турецкой печке. Обязательно на дровах. Потому что самый вкусный пиде и хлеб получается только на дровах. Так, что-то мы тоже проголодались. Нужно пойти куда-то покушать. И мясной донер. Кстати, пишите в комментариях, любите ли вы такой донер. Мы очень любим с курицей. А Айхан, это я люблю с курицей, а Айхан любит с мясом. Искендер. Очень, конечно, это все вкусно, свеже. Мы опять пришли в наш любимый ресторан покушать. Я взяла себе только картошку с 5 специями, просто вкуснятина. Айхан взял себе вот такую курочку. Это блюдо стоит 19 лир. Всем приятного аппетита! А еще в центре Алания открыли магазин Алания Спор, где можно приобрести форму и различные аксессуары аланийской футбольной команды. Кстати, она находится в суперлиге, в турецкой суперлиге. Что я делаю, я? Аллах, Аллах, açmayacaksın. Привет, дорогие друзья, merhaba, пока-пока, до свидания, башка, тихо, о, шутка, как дела, нормально. Пока-пока. Пока-пока. О, еще больше это нам номер затем. Сальже барьер. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Эпсибу. Санки профессионал фотографчи. Привет, дорогие друзья, Пурусья. Привет, как дела нормально. Тихо. Кушет. О, сальже конфер. О, как здорово, бильмем, не Аллах, Аллах. Сонна... Айхан решил поиграть с камерой. Айхан... Benim kameraya gelme. Айхан решил поиграть с камерой. Merhaba, ben мы с вами bugün прощаемся. Böyle... Всем всего хорошего. Пока-пока, see you. Аллах, Аллах. Всем пока-пока. Айхан... Неден сен пока-пока? Tamam, ben şimdi, пока-пока diyorum. Ben sen... şimdi size Alanya gezdiriyorum. Benimle beraber... Bu yanımdaki arkadaş görmeyin. Bu yok. Bakın hemen köpek geliyor, göstereceğim ben size. Çılgın. Evet. Evet, çılgın bir arkadaşımızdı. Ben şimdi burada ne yapıyorum vallahi ben de bilmiyorum. Saçmalıyorum biraz. Çünkü bu sadece şaka. Paka paka. Ne çekiyorsun?
Sen ne çekiyorsun? Ben yol çekiyorum. Allah Allah. Herkes sana deli bakıyor, biliyor musun? Sen deli misin? Sensin deli olan, çünkü sen çekiyorsun. Ben bir şey yapmıyorum ki. Ben, sen de çekiyorsun. Hayır, benim kamera atıyorum ben sadece. Çekmiyorum. Tamam, kapatalım mı? Hadi. 1, 2, 3. Мы пришли в магазин Катон. Кстати, многие спрашивали, есть ли скидки постоянно. Так вот, в магазине Катон на самом верхнем этаже в центре Алании очень много скидок всегда. Здесь есть аутлет мужской, женский и детский отделы. Вот так вот выглядит аутлет. Продаются джинсы, рубашки, свитера. В общем, все можно купить с очень хорошими скидками. По 30 лир. Джинсы есть даже по 29 лир. Всякие разные рубашки, поло. По 19 лир. В общем, выбор очень большой. И как вы думаете, что происходит? Мы пришли, чтобы посмотреть мне какое-нибудь пальто. Ну, в общем, что-нибудь на лето или то, что есть по скидкам. И кто у нас меряет? У нас меряет все. В общем, не я себе вещи меряю, а Айхан. Потому что себе, к сожалению, я ничего не нашла. Но кое-что посмотрели Айхан. Причем джинсы по 30 лир, брюки, рубашки по 20 лир. В общем, сейчас купим все. А старое, как всегда, отдадим в такой особый ящичек, куда мы складываем все старые вещи. В Алании есть этот ящик в центре. И потом уже мэрия распределяет по людям, которым необходимы вещи. А еще в самом центре Алании есть мастерская, где делают лампы из вот этих вот тыкв. Сейчас мастерская закрыта, но мы уже разговаривали с владельцем и постараемся туда сходить и также попробовать сделать тыкву. Вот такие вот тыквы приходят, и видите, тут целый склад тыкв, и вот из этих тыкв делают красивые-красивые лампы. Вот так вот выглядит наш воскресный обед. Наша кафешка, которая находится вот там, в которую мы всегда ходим, закрыта сегодня. И рядом с ней есть еще одно кафе. Вот мы опять решили поесть фасоль, рис и джаджик. И здесь тоже все очень вкусно, дешево. Попробуем и потом уже сделаем вывод, где лучше. Кстати, вот эти все кафешки находятся прямо за главпочтамтом на улице Ататюрк. На набережной мы обнаружили вот такую вот интересную машину с турецкими номерами, но на ней почему-то написано Тимати Инстаграм. Друзья, зайдите в Инстаграм, наберите Тимати, посмотрите, кто это. Может быть, реально Тимати приехал. Хотя я очень сомневаюсь в этом. Похоже на Жигули, но так классно отреставрированная машина. Эмир Блэк Стар. Эмир Блэк Стар — это же лейбл Тимати. Кстати, надо посмотреть. Очень быстро я нашла этого Эмир Блэк Стар в Инстаграме. Ну, в общем, это оказался какой-то турецкий фан Тимати. Наверное, у него не было Лады Седан, который пел Тимати. Вот. Грязный. Ужас. В общем, наверное, у него не было Лады Седан, которая была баклажановой у Тимати, а белый жигуленок. Ну, в общем, и жигуленок тоже прокатит. Многие также спрашивали про бочки, которые устанавливают на крышах. Вот так вот выглядят эти бочки. Если у вас бочка сломается или протечет, ее можно поменять. Замен бочки стоит порядка 350 лир. В общем, она очень большая и новая, выглядит вот таким вот образом. Мы уже пришли на рынок, и сегодня будем покупать только бананы и клубнику. Берем бананы по 6 лир, есть еще по 5, но мы возьмем по 6. Вот Айхан выбрал ветку, каждое утро мы едим бананы. Такая ветка за весь, наверное, килограмма на 2. В общем, берем бананы и уходим с рынка.